Новые подробности открылись сегодня в деле студента Дмитрия Когана, сбившего двух девушек на пешеходном переходе в августе прошлого года. Свидетели в суде говорили о больших деньгах и о гонках на дороге. Заседание должно было состояться еще в конце апреля, но его перенесли. Не раз высказывались мнения, что дело затягивают. Возможно, защита Когана надеялась на амнистию в честь 70-летия Победы. С самого утра возле здания дежурили журналисты, в том числе и моя коллега Олеся Рожкова. Ей слово. Открытая тупая черепно-мозговая травма, перелом костей, основание черепа, кровоизлияние в правую височно-затылочную область, кожно-мышечного лоскута. Перечисление травм и ушибов, которые две девушки получили во время ДТП, у прокурора занимает больше 25 минут. Бесстрастным остается только обвиняемый Дмитрий Коган. Не могут сдержать слез родственники. Неожиданно становится плохо и студентки юрфака, пришедшие сюда в зал на практику. С самого утра возле здания суда дежурили журналисты. Дмитрий Коган приехал за 5 минут. На вопросы принципиально не отвечает. Вину он признал. Защита даже просила суд рассмотреть его дело в особом порядке, без допроса свидетелей. Но обвинение стояло на открытых заседаниях. Вам права понятны? Да, понятно. Ходатайство имеете? Да. Хочу извиниться перед родителями. При этом отцы девушек уверяют, признание появилось только после того, как дело передали в суд. До этого ни звонков, ни попыток поговорить. Правда, одному из них, Юрию Савельеву, спустя месяц позвонила бабушка студента. А недавно еще и денежный перевод пришел. После несостоявшегося судебного заседания 16-го, да? 17-го, мне пришел перевод на сумму 150 тысяч рублей от Когана. Ни комментариев, ни звонков, ничего. Я от сотрудников почты узнал. Я не получал его. Первый допросили водителя «Шкоды». Сначала Дмитрий Коган врезался в ее машину. Женщина уверяет, тронулась на зеленый свет. Следом выступил одногруппник Когана. Рассказывает, в тот вечер они договорились встретиться в кафе. Ехали туда на разных машинах. Правда, память его подводит. То ли он остановился, увидев желтый светофор сигнала, то ли красный, то ли заметил, что друг тормозит. Момент столкновения не помнит, зато в память хорошо врезалась реакция Дмитрия. Я начал подходить, и Дима, получается, вот голову резко поднял, начал осматриваться. И у него началась истерика. Он дверь не смог открыть, потому что она была заблокирована из-за удара. Ему пришлось выйти через окно. Вот. Ну и он выбежал, начал кричать «тормоза, тормоза». Но я подошел, я посмотрел, то, что уже не дышит, ни что. У меня нет образования, чтобы им помочь так. Потом приехала машина. Хотя медицинское образование есть? Есть, но оно бы там уже, наверное, не помогло. Что удивительно, молодой человек не помнит, подходил ли к девушкам сам виновник ДТП. Не помнит этого и другие свидетели. Говорят, Коган держался в стороне. Зато есть видео и очевидцы того, что молодые люди устроили гонки на улице Ленина. Они просто ехали в потоке. Они друг за другом ехали или перестраивались, так скажем, образно играли в догоняшки или нет? Ну, я думаю, да, вторая машина девятка ехала специально следом, как бы, друг за другом. То есть один... Вторая машина девятка пыталась не отстать от первой. Да, сигнал, да, да, совершенно четко, да. То есть одна пошла вперед очень быстро, вторая за ней следом, чтобы не отстать. То есть между ними ни одна машина проскочить не могла. По статье 264 Дмитрию Когану грозит до 7 лет лишения свободы. Потерпевшие настаивают на максимальном сроке. Сейчас пусть просто, чтобы было какое-то наказание, и наконец закончилось это все это действие. Потому что для стороны потерпевшего сознание того, что человек не наказан, и все это вот настолько рвет, вы понимаете, что даже не сколько ему дадут и как, и там это, а вот просто, что вот подвешенное состояние 10 месяцев уже просто. Рассмотрение дела длилось сегодня весь день. Следующее заседание состоится уже завтра. Олеся Рожкова, Павел Иваницкий, 7 канал.